Всем привет! Вы на канале Елена Франц. Как у вас дела? У нас сегодня была ужасная снова ночь. Вы все слышали, мне даже пишут мои подписчики, что по телевизору передают пожары во Франции. Да, это прямо возле нас совершенно. Сегодня ночью я проснулась от того, что начала задыхаться. Так как в Провансе жара, конечно, мы спим все с открытыми окнами. Это нормально. И вдруг почувствовала какой-то ужасный запах. И во сне не могла проснуться. Потом проснулась и думаю, что-то горит. Мы горим. Мы горим. Это было просто невозможно. Весь дом наполнился дымом. Надеюсь, что вам слышно. О, тут у нас ветер. И оказывается, что просто ветер подул в другую сторону. И вот этот вся гарь с леса, она пошла в нашу сторону. Пришлось закрывать все окна. Все. Это было страшно и ужасно. И вот я подумала, что все-таки в жизни нужно ценить все, что мы имеем, радоваться мелочам. Потому что самое страшное, это, конечно, то, что происходит с природой. И то, что мы делаем с природой. Так что живите каждый день. Мы съездили в биомагазин, и так как я обещала показывать и рассказывать цены из биомагазина, особенно для тех подписчиков, которые новые на моем канале и которые интересуются правильным питанием, правильным образом жизни, так что простите меня, если буду повторяться, потому что я, в принципе, ничего нового не купила. Хотела поснимать для вас в биомагазине, хотела попросить разрешения, но сегодня не удалось, потому что у них сломались все холодильники, и, в принципе, снимать там было нечего. Но в следующий раз обязательно у них попрошу. Сейчас возьму свою фактуру и сразу буду называть цены. В основном я ездила за галетами. Я ими сейчас в летнее время очень люблю заменять хлеб, так как жарко, и мне очень нравится. Значит, мы купили вот такие для мужа, это из кукурузы, он просто обожает, стоят они €29. Также купили из риса необработанного, стоят они 0,99 центов. Мои из гречи без сахара, без соли, они самые дорогие, но я их просто обожаю, 2,39. Также я сегодня купила новые, раньше я их всегда покупала, но потом что-то я их сильно переела, наверное, можно так сказать, и мне не хотелось, сегодня купила это чиа, и стоили они 2,39. Также я купила свои обожаемые йогурты, их редко у нас в магазине найдешь, постоянно они все разобраны, и стоят они 3,09 каждый большой йогурт по 500 грамм. Купили шоколад. Я к шоколаду летом отношусь равнодушно. В принципе, я могу кусочек съесть в первой половине дня, маленький. Но муж у меня сладкоежка, он любит шоколад. И ему не нужен ни молочный шоколад, никакой. Он любит черный-причерный, 92%, 99% или даже 100%. И его любимая марка это Viva Ни, и стоит он 2,35. Очень хорошее качество, просто замечательно. Это я уже убрала в холодильник, оставила вам только одни упаковочки. Вы все знаете, это у нас тофу, такой сыр, лактоферменте, то есть ферментированный, супер для здоровья, можно и в салаты, можно и в любые блюда, и поджаривать, и холодным есть. Я вот взяла с оливками из песто, но с оливками было чуть-чуть подороже, 3,85, а с песто был 3,69. Там разделено на две упаковочки, нам хватает их достаточно долго. Я, когда не хочется мне летом ничего делать, я просто добавляю салат, протеинчики, замечательно. Ну, муж, как всегда, со своими котлетами, он их просто обожает. Он любит, когда я ему поджариваю яйцо и разбиваю вот на такую котлету. Сегодня взял провансальские. Он любит, и особенно мне очень удобно, когда мы уезжаем что-нибудь посмотреть, а сейчас пока отпуск, мы очень часто уезжаем, эти котлетки можно взять с собой, они уже готовы, их даже и разогревать не надо. А когда дома, их можно, тут нарисована сковорода без всякого жира,
Их можно просто подогреть. Я вообще люблю в тостер их просто, как хлебушек, поджарить или просто-напросто так. И стоили они 2,99. Вот про это молочко я хотела вам рассказать. Можно сделать дома самим. Кто не хочет заморачиваться, можно купить. Почему я хотела его рассказать? Это буассон а лаван из кальция. Лаван — это у нас овсянка. Я уже его покупаю второй или третий раз, потому что попробовала добавить в кофе, и мне очень понравился вкус. Вот именно с овсяным молоком кофе мне очень понравилось. А когда туда добавлен кальций, то получается немножечко карамелизированный такой вкус. Так что, кто еще не пробовал, или кто ищет растительное молоко, которое можно добавлять в кофе, то попробуйте. А стоило такое молочко 2,25. Сейчас посмотрю, все я рассказала. Нет, не рассказала про томатную пасту. Но эту томатную пасту мы покупаем 250 раз уже. И она просто замечательная, потому что она с обжаренными баклажанами. И стоит она евро 99. И наш паштетик из вяленых помидор, который на те же котлетки, на бутербродики, в салат мы очень любим добавлять. И стоит это удовольствие, сейчас я вам скажу, 2,59, тут не очень много, но он такой его много и не надо. Вот все, что я купила, в принципе, в биомагазине. Ну, у нас сегодня радость. Нам закончили, наконец-то, работы, поставили новую колонку и камелюс по-французски, и понадобилось 3,5 месяца, чтобы кто-то пришел, отремонтировал. Ругались, всяко было. Во Франции нужно ждать, ругаться, плакать и все такое. Вот, но все это позади. Теперь у нас новая отопительная колонка. Зимой будем с водой, с горячей. И закончились мои мучения с подтиранием полов. Так что все классно в жизни. Плохое сразу все забылось. И остается только хорошее. Ура! Мы теперь все время ужинаем на террасе. В обед очень жарко, а в ужин само то. Забыла вам показать наш ужин. Ну, как всегда, на антре был. То есть на первое блюдо был холодный суп, гаспачо. И вот у меня часто летом такая тарелка, это, можно сказать, вегетарианская тарелка, когда мне не хочется мяса и не хочется ни рыбы, ничего, хотя рыбу я очень люблю летом. Я готовлю арикувер, зеленую фасоль стручковую с чесноком, затем добавляю сою ферментированную у меня с оливками, бобовые, очень люблю бобовые, и различные приправы, свежую морковь. Получается очень вкусный в виде такого теплого салата. Так что попробуйте, кто никогда не пробовал, сделать себе такой салат. Почему теплый? Потому что фасоль была подогрета с чесноком, а все остальные ингредиенты холодные. Так что нам приятного аппетита, за ваше здоровье! Я хотела всех поблагодарить за беспокойство про пожары. Я рассказала, мне многие очень написали на Инстаграм и на Ютубе. Спасибо большое, что беспокоитесь. Вроде все налаживается. Пожары были потушены. Конечно, еще нужно следить. Обстановка такая, что жандармы постоянно на чеку, постоянно они находятся в лесу. Так как пожары погашены, но корни у деревьев еще тлеют, и поэтому при каждом ветре, а так как у нас в Провансе ветра, мистраль, может снова все загореться, но спать уже становится легче, все нормально, спасибо вам большое. И сегодня вроде собирается дождик, сейчас я вам покажу. Вот поднялся небольшой ветерок, у нас уже вечер, 9 час. Не смотрите, тут полотенце у меня муж выставил. О, кстати, обрезал мяту. Я спросила у девочек на Инстаграме. И вот муж обрезал и подвесил, чтобы сушиться. Но что-то она у нас чернеть начала. А так мой сад, огород
У меня уже половина все здесь позасохло. Ну, то есть отцвело все. И вот ждем дождя. Хотя у нас дождь не передавали. Сейчас я вам раскрою большую тайну, которую вы меня постоянно спрашиваете. Почему на канале YouTube Elena France много рекламы, то есть реклама, сколько мы получаем и все такое. Никаких секретов совершенно нету. Сейчас я по порядку все расскажу. Может быть, кому-то это будет полезным, так как мой канал существует недолго. У меня на канале 4400 подписчиков. Примерно я делаю видео один раз в 2-3 дня. Работы, конечно, много. Вы знаете, как действует YouTube, как он платит. Только единственное, заикнусь, что можно монетизировать свой канал, чтобы была реклама, и от этой рекламы вы получаете немножечко денег. Сейчас я все покажу, сколько платит YouTube за 1000 просмотров и все такое. И можно также подключить свой канал к любой партнерке. Я это не делала, я не знаю, кому-то может быть это выгодно, меня это не интересует. Единственное, нужно знать, что будет брать проценты YouTube и партнерка. Вот, значит, заходим на YouTube, на страничку YouTube, творческая студия. И вот смотрите, в монетизации у меня канал монетизирован, то есть разрешена реклама. Мне многие говорят, что мы получаем на своих подписчиков очень много. Сейчас я вам все покажу, сколько мы получаем за рекламу на своих подписчиках. Значит, канал свой нужно прикрепить к Сенсу, то есть связать аккаунт с AdSense. Кликайте, все будет поэтапно, как это сделать. AdSense вам пришлет письмо не сразу, через какое-то время, с определенным кодом. Вы подключаетесь к AdSense, и там уже все по порядку. На вашем канале будет разрешена реклама. Заходим на AdSense. Посмотрите, сколько стоит 1000 показов. Простите, я на компьютере не очень может быть видно. Смотрите, доход за 1000 показов на YouTube равняется, не упадите, 0,01 цент. То есть у меня за вчерашний день было 10 тысяч просмотров на разные видео. Я за эти 10 тысяч просмотров получу 0,46 центов. Это было просмотры, показы, то есть все, кто посмотрел мои видео вчера, было 6880 человек, скорее всего, если я все правильно понимаю. Вот моя зарплата, которую я заработала я 56 евро 88 центов за какой месяц? За июнь. Единственное, что эти деньги я не получу. Почему я не получу? Потому что AdSense, Google AdSense, он платит 70 евро. Вот и посмотрите. За столько работы, за столько видео, разве можно нам сказать, что мы получаем очень много? И что я вам могу сказать, мои дорогие и хорошие? Не зарабатываем мы на вас. Канал прежде всего открывается для удовольствия, для разнообразия жизни, для общения с вами. И тот, кто любит немножечко снимать, показывать жизнь, развиваться вместе с вами. Конечно, большие блогеры получают с рекламы, получают с просмотров побольше. Но такие блогеры, как мы делаем это для удовольствия. Иногда, конечно, это трудно. И всем еще раз спасибо за поддержку и понимание. И никаких секретов здесь совершенно нету. А почему я подключилась к AdSense?
А потому что вы все знаете, что пока я не работаю, и даже 53 евро мне поможет для того, чтобы заправить машину и съездить, поснимать для вас что-нибудь новенькое и интересненькое. Спасибо вам! Сегодня у нас на ужин будет коктейль из морепродуктов. Я вам ни разу не показывала. Я покупаю часто замороженные. Здесь разные морепродукты. И как я делаю, немножечко их надо предварительно разморозить. Затем на оливковом масле немножечко попассеровать, обжарить. И я добавляю куркуму, перец, приправки и свежий розмарин. Потом все это 3-5 минут. Люблю остужать и добавлять в салатик. Так что всем, кто ужинает, всем приятного аппетита. У меня мой жасмин перебрался уже к соседям, скоро доберется. Посмотрите, вот за лето он, простите, у меня тут шезлонг стоит. Вот за лето он так вымахал. Я даже себе представить не смогла бы. Ну все, буду заканчивать свой блог. Сегодня получился такой домашний блог. Спасибо всем, кто остается с нами на нашем канале Елена Франц. И до новых встреч в романсе. Пока-пока.